До вас обох питання, в першу чергу, які найближчі плани? По-друге, чи збираєтеся ви взагалі повертатися в Крим, поки він анексований? І, пане Олеже, чи збираєтеся ви, якщо ні, то чи збираєтеся ви нам сюди перевезти, можливо, свою маму, яка вас так чекала? Дякую. Я поки що не будував жодних планів. В перші дні хочу трохи відпочити, трохи адаптуватись. Ну і доки Путін при владі, в Крим повертатись не збираюсь. Ну, касаемо меня, я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле. Это снимать кино и жить. Касаемо Крыма, вернуться туда, ну, только на танках. Но пока не можем, да, у нас. Опять же, не нужно воспринимать мои слова буквально. Понимаете, да, что я имею в виду. Касаемо лично, да, я буду жить в Киеве. Моя дочь уже переехала сюда. Моя мама сейчас приехали с моим сыном нас проведать. Она пока останется, сын моя с бывшей супругой едут в Крым. Ну, в общем, общаемся, решаем семейные как бы, дела, все в порядке. Мы все увиделись, как бы. Спасибо.